На месте завода МДФ в Мортке будет современный комплекс. Судьбу предприятия решали на заседании проектного комитета Югры. Пока есть два пути развития завода. Кардинальный, затратный и еще не вполне проработанный — создание абсолютно нового производства. И основной на сегодняшний день — преобразование существующей площадки в индустриальный парк. Сейчас идут переговоры с несколькими инвесторами. Крупнейшим российским компаниям отправлены предложения по участию в этом проекте. Запуск производства планируется не позднее декабря 2021 года. Целью проекта является создание условий для инвестиционной привлекательности многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной продукции из древесины в поселке Мортка с использованием существующей производственной инфраструктуры. Продуктом проекта будет являться многопрофильное производство по глубокой переработке древесины на базе производственной площади завода МДФ.